Вот мы и в Болгарии. Русе! Прошли. Вы прикиньте, сидит такая, значит, подруга. Уже прошли мост, зашли в Болгарию, проходим паспортный контроль. Поставили штамп, все вроде нормально, паспорты нам вернули. Проходим, я такой, вспоминаю, меня мама учила. Проверять, ставят ли штамп в паспорте. Загранпаспорте. Остановились, открыли паспорта. Хорошо, что недалеко ушли. Мне поставили, Маше не поставили, что она пересекла границу. Короче, мы вернулись. А эта губа надутая блондинка. И такая, ой, забыла. Такая, вообще, представляете? Наверное, невнятно все рассказал. Короче, блондинка с накачанными губами такая. Забыла Маше поставить на блокпосте штамп, что она прошла, пересекла границу. Из Румынии вы типа вышли, а в Болгарию типа не вошли у нее стоять. Короче, вот вам на заметку. Всегда проверяйте, поставили ли вам штамп. На выезде, на въезде всегда. Значит, потом могут не выехать и не въехать. Ладно, пошли деньги менять. Вот выглядят болгарские бумажки. С носорогом, усатым мужиком. Называется 10 лево. Ну, левы. И мы сейчас на них купим. Здесь в автоматах есть кипяток. Мы купим кипяток, потому что здесь у нас есть порошок шоколада. Ладно, а дальше выпьем шоколада, будем пить шоколад и разбираться, куда нам дальше двигать, да? Да. Поздрави на всички в Украина. Здравия, щастие, любов. И всички да посетят България, да видят каква хубава страна е. Хубави хора има. Не са всичките, ама повечето са хубави. Значит, подобрал нас самый лучший дальнобойщик в мире, Красимир. Правильно? Красимир, да. Красимир. И подвезет нас почти полпути, ну чуть меньше. Да. Какой город? Великотурнов. Вот. Кафе и все. Да. О, это хорошо. Мы на земле обетованной, где отдыхают все дальнобойщики. Тут бесплатный Wi-Fi, туалет, ресторан, там все дела. На территории ночевать нам не разрешили, но мы сейчас заходим за территорию, ночуем в кустах. Часиков 8-7 где-то поспим. Аскетично, не будем там сильно лаги разбивать. И он сказал, жду вас, типа утром, он нас завтра еще отвезет. Ладно, сейчас очень нужно все тут пробить, разрулить. Баня. И в и туалет, где? Ну, в ВСЕ, он, не знаю, не пустына. Ага, хорошо. Все, идем. Бесплатно просочились через эту штучку. Потому что мы худенькие очень. Вот, вот у нас тут вещи. Вот мы здесь, на парке. Тут ванная, туалет. Ой, баня, базрум, виси. Это Волга, да? Или? Чуть. Вау. Это дочка. Хот-род. Кай Шумен. А Шумен это город? Ого, настоящая Формула-1? Прикольно. Самолет боевой военный, это ты шо? Вот самолет. Ооо! Это прикол. Это же Волга! Старая Волга. Одна. Красивая, да? Наш москвичок. Москвичок. Это именно.
Вообще. Да? Ужинаем в палаточке, намазочкой домашней и хлебушком. О, вон тот еще давай хлеб доедим. Ну, вот, ну, в общем, да, чуть-чуть поспим, даже тентом не накрывали палатку, так символически. Проверим, как оно спать. Спокойной ночи. Доброе утро, Булгария. И вам доброе утро. Значит, подошел к нам, встретили мы дальнобойщика, сказали доброе утро, который нас подвозил вчера и сегодня еще повезет. Но он говорит, здесь есть очень вкусный суп. А Маша говорит, мы вегетарианцы. Он говорит, тогда вам здесь ничего нету. Но оказалось, что есть. Круассаны и чай, и вафли. Вот мы и выдвинулись дальше, в добрый путь. Красота! Саша, видишь, по-моему, так как? Эти сечки тепла не делают, фиги, минимум. Там больше еще, да? Дальше метров над уровнем моря пойдет. Сейчас еще 240, да? 200-400.
трассу, которая идет на турецкую границу, на Истамбул, и ловим тачку. Вот, уже ловим тачку. Все. Ладно, мало заряда, не буду сейчас много снимать, только самое интересное. На встрече на границе турецкой. Появился первый в жизни человек на BMW, который тоже стопит и путешествует. Его зовут Таянж. Он едет прям на границу Турции, и он турок. Вот. Поэтому мы едем с ветерком прямо туда, на границу. Ну, буду краток. Мы подъезжаем на границу. Въезжаем в Турцию. До встречи в Турции. Почти все прошли. Осталось выйти. Нам поставили печати. Давай проверим. Ну да, больше печати поставили. Окей, сейчас проверим. Ходили последний пост. Вы пошли в Турцию, покажи. Нам пожертвовали пограничники, женщина. Мерджмек чорба с лимончиком и... А что это? Хлебушек. Просто так, мы уже все прошли, и нам, типа, вернитесь. Мы такие думаем, что не так. Поворачиваемся, она нас подзывает к этой кабинке, где проверяют документы. Говорит, суп, мерджмек чорба, и нам дает еду. Вот мы и ловим тачки в Турции. Нам осталось до бабушки 213, ну 200, грубо говоря, километров. Мы за 15 километров от бабушки, только от Бимаровы, только она там, то есть она параллельно. Мы нашли остановку, которая привезет нас прямо... Она прям до бабушкиного дома едет? Но этот автобус едет на Мемарабу. Да, там посмотрим. Ну так это ж Мемараба тоже, он всю Мемарабу должен объезжать. Разве нет? Ну пересядем потом. Главное, что мы нашли автобусную остановку и сейчас поедем уже. А не будем идти пешком. Сколько мы километров? 5 прошли? Меньше. 2-3. 2,5. Ну просто так устал, как будто 5 прошли километров. Ладно. Все ближе. Что я могу сказать? Мы на месте. Возле бабушкиного дома. Турция. Спасибо за все.